Меня зовут Аля Минибаева, я родом из Узбекистана, в Праге живу 9 лет, я фотограф. Фотографией я начала заниматься приблизительно 10 лет назад, с того момента, как взяла в руки фотоаппарат. Меня это сразу заинтересовало, и я хотела глубоко в этом разобраться, чтобы действительно получились красивые снимки. И благодаря этому попала на курсы к Леониду Курскому, который за полгода научил, что такое свет, цвет, композиция, все основы фотографии. Ну и после этого, как начала заниматься фотографией, уже просто не могла остановиться. Мне всегда было интересно, как знаменитые люди общаются, как они живут в обычной жизни. И возник этот проект, в котором я хотела еще и помочь детям из детского дома Шарлотты Масариковой на Братславе. То есть этот проект будет харитативный. Все, что будет продано, там будет и аукцион, и платные билеты, все пойдет на счет этого детского дома. Я фотографирую разные стили, но больше всего люблю фэшн. Люблю тот стиль фотографии, где я могу руководить, где я могу творить. То есть я придумываю картинку, и уже отталкиваясь от этой картинки, уже создается образ, создается стиль одежды, макияж и так далее. То есть я люблю лепить. Репортажную фотографию тоже снимаю, но это уже не совсем то, что меня так интересует. Мой идеал – Хельмут Ньютон. Его снимки говорят просто все. Я очень люблю путешествовать, потому что путешествия, новые страны, новая архитектура, новые люди меня очень вдохновляют на творчество. В качестве приза я бы хотела получить путешествие на Кубу. Это давно моя мечта туда попасть. В конкурсах я участвовала, которые идут для ФИАП. Год участвовала, практически везде получала призовые места. Но, к сожалению, в данный момент не хватает времени туда посылать свои фотографии, чтобы получить какой-то титул. А также люблю рисовать. К счастью, удался портрет моей мамы, который я нарисовала. И очень люблю рисовать маслом. Моя мечта – фотографировать не только чешские знаменитости, но, надеюсь, и мировых.